На магнитогорцев обрушился золотой дождь в виде продукции уральской золотоплатиновой компании. Магазин для этих целей подобрали в здании бывшего театрального кафе, где уже успел поторговать предприимчивый Петрович американскими машинами и прочей импортной продукцией. Рассказывают, что со спутника американский флаг Петровича недруги засекли и объявили об открытии в Магнитогорске нелегального американского представительства. С открытием этого магазина мы отбросили, скажем так, посредника, в хорошем понимании этого слова, то есть отбросили мельницов и ком-драк. Цены у нас, конечно, дешевле, чем магазин, который существует.